Всем привет! В этом большом выпуске мы разберем, что такое пароизоляция на плоской кровле и зачем она нужна, как устроено утепление плоской кровли и как его рассчитать. Также подробно опишем монтаж непосредственно самой ПВХ-мембраны. А кому не интересно смотреть полный выпуск, можете прыгнуть в описание, там будет подробный тайм-код о всех этапах монтажа. Что такое пароизоляция на плоской кровле и зачем она нужна? Пароизоляция – это рулонный полиэтиленовый битумный или битумно-полимерный материал, обладающий высоким сопротивлением к паропроницаемости. Все самые распространенные пароизоляционные материалы плоских кровель предоставлены у нас на сайте, в каталоге, на главной странице в разделе «Пароизоляционный слой». Многие строители и заказчики недооценивают роль пароизоляции в кровельной системе, особенно когда в качестве утеплителя используется пир-плита или экструдированный пенополистирол. У этих материалов паропроницаемость равна нулю, но не надо забывать, что утепление выполняется отдельными плитами, стыки у этих плит сделать герметичными для пара невозможно, даже если пенить. В теплой среде пара всегда больше, чем в холодной. И из-за естественных испарений он более живучий. Если теплое помещение резко охладить, то весь пар превратится в жидкость. Простой пример. Когда достаете холодную бутылку пива из холодильника в жару, весь пар вокруг бутылки превращается в жидкость и оседает на ней. Тем самым, когда разница температур в помещении и на улице очень значительна, пар проникает через все паропроницаемые конструкции, такие как бетон, пеноблок и так далее. И если отсутствует пароизоляция, наполняет паром кровельный пирог и превращается в жидкость в точке росы. Точка росы – это температура, до которой воздух должен быть охлажден, чтобы пар превратился в жидкость. Точка росы, если кровельная система собрана с соблюдением всех норм, находится в слоях утеплителя, чтобы защитить перекрытие от намыкания. Но ее положение меняется в зависимости от давления и температуры воздуха. Так как кровельный пирог не создан для того, чтобы быть барьером между холодным и теплым воздухом на улице помещений, он обязательно должен быть сухим, чтобы исключить образование жидкости внутри. Особенно эта проблема ярко выражена в зимний период, когда жидкость там еще и намерзает, уменьшает теплотехнические качества материалов, смещая точку росы из кровельной системы в перекрытие, тем самым еще больше усугубляя проблему. Стекает эта вся история по большей части весной. В чем разница между битумной и полиэтиленовой пароизоляцией? У битумной пароизоляции паропроницаемость нулевая, в отличие от полиэтиленовой. Пленка пропускает через себя пар в небольшом количестве. И такая пароизоляция подойдет только для промышленных и общественных объектов, где общее количество пара минимальное, установлены системы вентиляции с большим запасом. И никак не подходит для жилых домов. И то в последнее время на промышленных объектах все чаще и чаще в проекты закладывают битумную пароизоляцию. Так что можно сказать, что сейчас пленка – это прошлый век. Но в наличии она у нас есть. Если кому потребуется такая пароизоляция, вы можете приобрести ее с доставкой у нас в интернет-магазине softoofs.com в разделе «Пароизоляционный слой». Видео на сайте. Пароизоляция на плоской кровле монтируется для предотвращения проникновения влаги в конструкцию из подкровельных помещений, обеспечивает защиту от конденсата и уменьшает вероятность повреждения теплоизоляции и структурных элементов кровли. Пароизоляция является самым важным элементом кровельной системы, так как если у вас некачественно смонтирован этот слой, для устранения проблемы необходима будет полная замена кровельной системы, в отличие от других слоев, что крайне трудозатратно и дорого. Например, если проблемы возникли с ПВХ-мембраной, можно будет просто сделать латочный ремонт и просушить кровельную систему. Если же влаги в пироге очень много, то можно заказать услугу просушки кровельной системы. С недавнего времени она появилась на рынке кровельных услуг в России. Как правильно смонтировать битумную пароизоляцию на плоской кровле? Инструмент, необходимый для начала монтажа. Газовый баллон, ветродуй, мастерок, канцелярский нож, валик и рулетка. Монтаж битумной пароизоляции происходит в следующей последовательности. Первое. Подготовка основания. С поверхности перекрытия убираем весь мусор и тщательно прометаем, чтобы исключить попадание мелких камушков под материал, которые в свою очередь могут повредить пароизоляцию при нагрузке, когда мы выложим на нее весь кровельный пирог и прижмем его крепежом. Второе. Обработка вертикальных поверхностей праймером. Данная пароизоляция никаким образом не крепится к основанию и горизонтальной плоскости, в отличие от вертикальной поверхности. Здесь она приклеивается с помощью температурного воздействия или горелки. А праймер нужен для улучшения адгезии битумного материала к материалам, из которых выполнены вертикальные части кровли. Это парапеты, вентшахты и другие выхода. В данном случае это газосиликат. Как я и
говорил ранее, пароизоляция не приклеивается к основанию, и процесс ее монтажа на площади заключается исключительно в сварке швов. Поэтому предварительная обработка поверхности праймером не требуется. Раскатываем рулоны пароизоляции сплошным слоем на очищенную поверхность основания, выдерживая нахлёст, установленный производителем. Эта информация должна быть указана на упаковке. В данном случае это 10 см. И тщательно свариваем все нахлёсты между собой. Четвертый. Монтируем пароизоляцию на вертикальной поверхности при помощи горелки на высоту кровельного пирога с обязательным соблюдением норм нахлёста. Таким образом, у нас получается некое подобие ванны, из которой жидкость никаким образом не сможет проникнуть внутрь помещения. Если прогноз погоды позволяет и впереди не предвидится никаких осадков, можно, в принципе, спокойно продолжать монтаж кровельной системы. Но если существует хоть малейшая вероятность дождя в ближайшие дни, мы рекомендуем организовывать временное водоотведение. Такие времянки делаются следующим образом. Пробурим парапет в нескольких местах, в самых нижних точках, устанавливаем самую обычную ПВХ-трубу, допустим, 25-го диаметра. И тем самым мы сможем согнать с поверхности пароизоляции воду, не повредив вертикальные части парапета. В данном случае газосиликат. В дальнейшем перед монтажом основного гидролизационного ковра эти отверстия заделываются, труба демонтируется, так как после монтажа ПВХ-мембраны временное водоотведение не требуется. А если в пироге осталось какое-то небольшое количество влаги, она вся выйдет через ПВХ-аэрат. Эту фишку мы подсмотрели в Таиланде. Здесь таким образом организовано водоотведение с лоджий, балконов, лестниц. Ну, вот так оно выглядит. Как рассчитать толщину теплоизоляции. Практически все кровли утепляются в несколько слоев, чтобы выдержать так называемый перехлёст. О нем я расскажу чуть позже. Ну а на объектах с кровельной системой из минеральной ваты в качестве нижнего слоя используют менее плотную вату, чем та, которая идет наверх. Самый распространенный способ утепления в малоэтажном строительстве – это утепление по системе ПОВ. Тут в качестве нижнего и верхнего слоя теплоизоляции выступает экструзионный пенополистирол. Но варианты могут быть разными. Это и вата-вата, вата-XPS, и кровли с использованием пир-плиты. Какие именно существуют кровельные система с применением ПВХ-мембраны вы можете посмотреть на нашем сайте softroofs.com на главной странице непосредственно под каталогом продукции. Итак, начнем с толщины утепления. Как же ее рассчитать? Существует формула, которая выглядит вот так. На первый взгляд непонятно, не правда ли? На самом деле ничего сложного. Первое значение альфа – это и есть толщина утепления, которую нам необходимо определить. Второе значение, приведенное сопротивление теплопередачи, по сути, это показатель, говорит о том, как материал способен сопротивляться потоку тепла, стремящемуся наружу. И в каждом регионе этот коэффициент разный. Для наглядности выведу табличку на экран. Кому понадобится, делайте скрин. У нас регион московский, поэтому значение берем соответствующее – 4,67. И, наконец, последнее значение, или лямбда – утепление, коэффициент теплопередачи материала, которым мы утепляем кровлю. В нашем случае это пенополистирол XPS Carbon Eco, он равен 0,032. Коэффициенты теплопроводности утеплителей вы можете найти у нас на сайте softroofs.com в разделе каталога «Теплоизоляционный слой». Выбирайте нужный вам материал и в карточке товара смотрите это значение. Подставляем все показатели в формулу и получаем минимальную толщину утепления в московском регионе на жилом строении из утеплителя XPS Carbon Eco 144 мм. Но нельзя забывать, что это минимальное значение, поэтому толщину основного утепления закладываем 150. Это три слоя по 50 мм, плюс у нас на крыше существует еще основной уклон и контруклон из XPS. Благодаря им в верхних точках утепление будет достигать 300 мм. Таким образом, получается, в самых нижних точках у воронок слой утепления 150 мм, а на остальной площади толщина больше. Тем самым мы выдержали все нормы утепления кровельной системы. Инструмент
Инструмент, необходимый для монтажа утепления, и сплит XPS. Нож канцелярский, рулетка, пистолет с монтажной пеной, шнурка, перфоратор с длинными бурами, дрель-шуруповерт с длинной битой, удлинитель, 3 штуки, 20, 30 и 50 метров, формирователь L-кромки, самодельный. Монтаж утеплителя происходит в следующем порядке. Укладываем первый слой на пароизоляцию сплошным ковром. На утеплителе данного типа есть так называемая L-кромка, которая помогает избежать теплопотери, если плиты встали где-то недостаточно плотно. Но мы все равно такие сомнительные места пропениваем. На первый слой кладем основной уклон. Он состоит из плит, разрезанных вдоль листа с уклоном 2,1%, имеет следующие размеры. Клин А в самом начале имеет толщину 10 мм, а в конце 35 мм. Клин Б начинается с 35 мм, чтобы продолжить уклон после плиты А, и заканчивается толщиной 60 мм. Укладываются они по очереди, один за одним создают уклон кровли. К местам, где расположены воронки, либо к центру кровли в яндове, либо по краям. Порядок укладки плит основного уклона от нижней точки. Плита А, плита Б, подкладываем стандартную плиту XPS 50 мм и снова плита А, потом опять плита 50 мм и плита Б. С увеличением площади уклона увеличиваем количество подкладочных плит. Потом прижимаем основной уклон вторым слоем теплоизоляции. Слои утеплителя укладываются всегда со смещением, чтобы перекрыть швы предыдущего слоя целой плитой. Здесь можно наглядно посмотреть, все перекрыто. Чтобы выдержать такое смещение, плиты необходимо подрезать. Когда подрезаем плиты, возникает потребность в формировании L-кромки. Для формирования L-кромки мы используем вот такую самодельную приблуду. Ничего заводского пока еще не сделано. Монтаж контруклонов. Процесс укладки контруклонов немного похож на процесс укладки основного уклона, но все же немного отличается. Комплект конструктора также состоит из двух видов плит, но разрезанных уже поперек листа, они формируют уклон 4,2%, в отличие от основного уклона, который формирует уклон в 2,1%. И имеет маркировку J и K, а не A, B, как основной уклон. Клин J – это первый укладываемый клин с толщиной от края 10 мм до края 35 мм. Клин K имеет толщину 35 с одной стороны и 60 мм с другой, что очень похоже на клины А и Б из основного уклона, только напоминаю, основной уклон разрезан вдоль, а контруклон разрезан поперек. Тем самым сократилась длина реза и уклон увеличился. Контруклоны нам нужны для формирования так называемых бабочек, которые направляют поток воды непосредственно в воронку. В отличие от основного уклона, который дает направление воде в ту или иную сторону кровли. Сама бабочка обычно состоит из четырех элементов в яндове и из двух элементов в зоне парапета, если воронок несколько. Если воронка одна, то элемент один. Размер одного элемента бабочки обычно рассчитывается 1:3. То есть, если длина яндовой 3 метра и надо согнать воду в одну воронку, то отступить от яндовой для формирования контруклона с противоположной стороны от воронки необходимо 1 метр. Натягиваем шнурку и формируем контруклон. Вообще уклон и контруклон делается между слоями. То есть мы укладываем первый слой, укладываем основной уклон. Потом укладываем второй слой, укладываем контруклон. Но на этом объекте мы сделали все между вторым и третьим слоем утепления. Какая механика работы у основного уклона и контруклона? У нас получается воронка. И место между двумя воронками – это самая нижняя точка, так называемая яндова. Отсюда мы гоним все уклоны. Основным уклоном сгоняем воду в яндову, то есть клин А, клин Б, потом подкладочная плита XPS, клин А, клин Б. Потом две подкладочные плиты XPS, клин А, клин Б. Тем самым формируем уклон в 2,1%. Значит, согнали мы воду основным уклоном в яндову, и нам надо разогнать эту воду по воронкам. Для этого формируются так называемые бабочки, контруклон. Контруклон формируется плитами J и K. Они формируют уклон в 4,2%. Тем самым мы сгоняем воду в яндову и разгоняем ее по воронкам. В процессе сборки промежуточных слоев никакой крепеж не используется. Весь пирог закрепляется после укладки верхнего слоя теплоизоляции. Каждый слой необходимо укладывать с перехлестом швов предыдущего слоя для улучшения теплотехнических качеств кровельной системы в избежание образования мостиков холла. Завершающим этапом устройства утепления плоской кровли является монтаж финишного слоя утепления с последующим креплением. В зависимости от типа применяемой теплоизоляции расположение крепежа может отличаться. В нашем случае утеплитель XPS
без карбон эко. Это экструдированный пенополистирол с L-кромкой, поэтому устанавливаем крепеж в край, где L-кромка находится сверху, чтобы прижать предыдущий край, где кромка внизу. Для крепления утеплителя, так же как и мембраны в основании из бетона или цементно-песчаную стяжку, применяется телескопический крепеж. Кроильный остроконечный винт 4,8 мм в сочетании с полиамидной анкерной гильзой длиной 45 или 60 мм. Какой именно крепеж применим к той или иной кровельной системе, вы можете посмотреть у нас на сайте. Перейдя в раздел кровельной системы, выбираете интересующий вас пирог, нажимаете на пункт крепежные элементы, тем самым проваливаетесь в каталог с перечнем крепежа на новой вкладке, подходящего именно для того кровельного пирога, который вы выбрали. Длину и количество телескопического крепежа и саморезов необходимо рассчитывать индивидуально на каждую кровлю, так как толщина утепления везде разная. На каждый участок кровли требуется определенная длина телескопа в сочетании с саморезом. Вся суть телескопического крепежа – удерживать кровельную систему на отрыв и не повреждать ПВК-мембрану под нагрузкой сверху, будь то снег, лед или иное механическое воздействие. Крепеж должен амортизировать, поэтому длина телескопа всегда чуть меньше толщины утепления, а саморез подбирается с учетом используемой гильзы запаса на амортизацию. Ну и часть самореза 1,5 см находится непосредственно в самом телескопе. Подбирать длину крепежа мы можем, руководствуясь этой таблицей. С количеством крепежа все немного проще. Оно закладывается из расчета 6 штук на 1 квадратный метр. Это общее количество крепежа требуется для крепления теплоизоляции совместно с креплением ПВХ-мембраны. На этом доме два участка кровли. Кровля основного дома, на ней мы используем 3 размера телескопических элементов и 2 размера саморезов. И кровля над кухней. По совместительству это будет эксплуатируемая терраса. Кровельный пирог на такой кровле не крепится механически, а пригружается сверху элементами эксплуатации. В нашем случае это будет террасная доска на регулируемых опорах. Также для формирования более жесткого основания мы будем дополнительно укладывать на утеплитель 2 слоя ЦСП. Крепеж в сочетании с анкерной гильзой устанавливается в предварительно пробуренное отверстие. Практически все вертикальные поверхности, такие как парапеты, выхода, вентиляционные шахты, примыкания к иным строениям, также требуют дополнительного утепления. За исключением случаев, когда вертикальные поверхности выполнены из пористого материала. Если на кровле присутствует холодный парапет, есть вероятность того, что в зимнее время произойдет промерзание внутрь дома и по периметру на потолке появятся неприятные пятна, что приведет к образованию плесени. Какие именно парапеты требуют дополнительного утепления? Если парапеты сделаны из широкого газоблока, пеноблока, шлакоблока, то их утеплять не обязательно, так как они имеют пористую структуру и сами по себе неплохо держат тепло. Но мы все же рекомендуем утеплять даже эти материалы, чтобы улучшить теплотехнические характеристики кровли в целом. А если парапет выполнен из полнотелого материала, такого как кирпич, монолитный блок, бетон, и у вас на руках уже готовый проект, в котором этот узел не прорабатывался, то избавиться от вероятных проблем можно, применив утепление толщиной 50 мм на высоту 600 мм. Также на сам парапет сверху мы укладываем элементы контруклона, формируя тем самым уклон внутрь кровли, чтобы дождевая вода стекала на кровлю и уходила по организованной водосточной системе, а не сливалась самотеком с парапета по фасаду. Как монтировать водосточные воронки и какие они бывают, какой инструмент необходим для монтажа ПВХ-мембраны, расскажу про укладку разделительного слоя и зачем он нужен. Самым важным этапом в устройстве плоской кровли является монтаж основного гидроизоляционного ковра из ПВХ-мембраны. При устройстве пароизоляции и утеплителя можно обойтись небольшим количеством инструментов, в отличие от монтажа ПВХ-мембраны, где для качественного монтажа необходимо достаточно дорогостоящее оборудование. ПВХ-мембрана на сегодняшний день самое надежное и долговечное покрытие плоской кровли, но при устройстве гидроизоляционного ковра необходимо строго соблюдать все нормы и правила, о которых я расскажу в данном видео. Если вы не хотите разбираться в тонкостях монтажа, я бы рекомендовал нанимать высококвалифицированных специалистов, имеющих сертификацию по монтажу данного типа кровель. Иначе вы рискуете попасть на недобросовестных подрядчиков, тем самым испортив впечатление о ПВХ-мембране в целом. Инструмент, необходимый для монтажа ПВХ-мембраны. Рулетка, канцелярский нож, ножницы, переноска 3 штуки, дрель, шуруповерт с длинной битой, монтажник с длинным болтом. К сожалению, такого мы не нашли, делаем, что имеем, но в целом получается тоже неплохо.
Автоматический сварочный аппарат швейцарского производства Leister Uniru. Ручной аппарат горячего воздуха, также производство фирмы Leister, укомплектованный угловой щелевой насадкой 40 мм. Также в комплект входит прикаточный силиконовый ролик, латунный ролик для труднодоступных мест, угловая щелевая насадка 20 мм, щетка металлическая для очистки сопла от нагара. Также фен укомплектован экструдером для проверки швов или просто бастарда. Перед началом монтажа основного гидроизоляционного ковра необходимо установить водосточные воронки. Они бывают как внутренние, которые устанавливаются непосредственно в перекрытие и присоединяются к трубе водосточной системы, которая расположена внутри дома, так и наружные парапетные воронки, которые отводят воду в наружную водосточную систему сквозь парапеты, так называемые скаперы. На этом доме кровля у нас двухуровневая. На верхнем уровне у нас будут скаперы, на нижнем уровне внутренние водосточные воронки. Монтаж ПВХ-мембраны в сочетании с утеплителем из экструдированного пенополистирола необходимо производить через разделительный слой из геотекстиля, так как эти два материала вступают в реакцию, вследствие чего экструзия вытягивает из ПВХ-мембраны все пластификаторы, и мембрана теряет свои гидроизоляционные свойства. Мы пару раз сталкивались с такой ошибкой на кровлях, выполненных недобросовестными подрядчиками, и даже производили ремонт. Локально отремонтировать такую кровлю невозможно, требуется полная замена гидроизоляционного ковра. Поэтому отнеситесь посерьезнее к этому, казалось бы, несущественному моменту, если решите монтировать ПВХ-мембрану самостоятельно. На каких пирогах необходим разделительный слой, а на каких он не требуется, вы можете посмотреть у нас на сайте softroofs.com на главной странице в разделе «Кровельная система». Также вы можете заказать расчет кровельной системы абсолютно бесплатно, позвонив по номеру телефона, указанному на сайте, либо нажав на кнопку «Заказать». Плоская кровля только называется плоской. На самом деле она не совсем плоская. Она имеет водосгоны к воронкам из уклонов и контруклонов. Чтобы определить, как расположить листы ПВХ-мембраны при монтаже, вы должны представить, в каком направлении пойдет вода во время дождя. Направление воды не должно встречать на своем пути встречный шов. Встречный шов – это шов, который сварен таким образом, что вода не скатывается с одного листа на другой, а наоборот встречает на своем пути преграду из следующего листа ПВХ-мембраны. Поэтому монтаж мембран на площади необходимо производить снизу вверх, от нижней точки к верхней. Самой нижней точкой на кровле всегда является воронка, верхний – так называемый конек. Первый лист ПВХ-мембраны крепится со всех сторон, в отличие от последующих листов, которые с одной стороны крепятся, а с другой стороны привариваются к предыдущему листу, образуя тем самым цельное гидроизоляционное полотно, исключающее проникновение атмосферной влаги. На этом объекте мы будем использовать два вида ПВХ-мембраны. Первая – это мембрана Logic Roof с маркировкой VRP, армированной полиэстеровой сеткой. Она пойдет на кровлю основного дома. И вторая мембрана Logic Roof с маркировкой VGR, армированной стеклохолстом. Она более устойчива к механическим повреждениям и используется в кровельных системах, где на гидроизоляцию будет что-то установлено. Например, тротуарная плитка, террасная доска на регулируемых опорах и балласты щебня. Какая именно мембрана подходит к вашей кровельной системе, вы можете посмотреть у нас на сайте softroofs.com в разделе «Кровельные системы» под каталогом продукции на главной странице. Крепление ПВХ-мембраны необходимо производить шагом не более 250 мм от центра до центра крепежного элемента. Крепление по периметру производится на алюминиевую прижимную рейку. Рейку крепим из расчета 5 единиц крепежа на метр погоны. На одной из кровель на данном объекте мембрана не крепится вообще, так как на ней реализуется кровельная система терраса, она не требует механического крепления. Боковой и торцевой нахлёст полотен ПВХ-мембраны должен составлять не менее 120 мм. Выдержать этот нахлёст достаточно просто. На листе мембраны с одной стороны всегда присутствуют риски для монтажа. Ближняя к краю разметка указывает на место установки крепежа, самая дальняя от края риск указывает на место начала нахлёста. Сварка ПВХ-мембраны между собой производится горячим воздухом, температурой примерно 600 градусов. На площади мембрана сваривается автоматическим сварочным оборудованием швейцарского производства Leister. В нашем случае это станок Uniru. Этот станок удобен тем, что работает от сети в 220 вольт, в отличие от станка Варимат, который работает от напряжения в 380 вольт. Такой мы используем на промышленных строениях с большими площадями, так как скорость сварки у него выше. И он подключается к отдельной линии, чтобы избежать скачков напряжения от параллельно работающих подрядных организаций. На частном же домостроительстве достаточно и такого.
В начале каждого рабочего дня необходимо произвести настройку станка и выполнить сварку пробных швов. Качество шва проверяется путем разрыва. Шов должен разорваться не в месте сварки двух полотен, а по впаянной армирующей сетке. Тем самым мы убеждаемся, что место сварки гораздо крепче самой ПВХ-мембраны. Ширина шва не должна быть менее 3 см. Как показывает разрыв, в нашем случае это 4 см. Резать ПВХ-мембрану с маркировкой VRP поперек можно ножницами, либо специальным строительным канцелярским ножом. Вдоль же такая мембрана просто рвется. Но все рваные края необходимо прятать внутрь шва, то есть производить крепление именно в этот край. А край с заводской нарезкой приваривать сверху. Объясню, почему так. В процессе разрыва ПВХ-мембраны из нее торчат ниточки армирующей сетки. Если приварить этот край сверху, то зимой во время перехода через ноль, когда температура то плюсовая, то минусовая, ниточки напитываются влагой, потом замерзают, расширяются, тем самым разрывая мембрану. Мембрану уже с маркировкой VGR порвать не получится из-за особенностей армирующего слоя. Поэтому ее необходимо резать как вдоль, так и поперек. Также Logic Roof VGR невозможно натянуть из-за того, что в качестве армирующего слоя используется стеклохолст. И при монтаже ее на основании выглядит она менее эстетично, чем VRP. Но эстетичность тут играет не самую важную роль, так как это впоследствии будет закрыто финишным покрытием из террасной доски. Гораздо важнее прочность этой гидроизоляции от механических повреждений. После того, как закатали площадь, необходимо выполнить гидроизоляцию парапетов. Для этого подготавливаем лист ПВХ-мембраны нужного размера, накидываем на парапет. Парапетный лист крепится на алюминиевую прижимную рейку снаружи и приваривается к площади с внутренней стороны, перекрывая тем самым узел крепления мембраны на площади к вертикальной части. Примыкания к вертикальным частям выполняются по аналогии с гидроизоляцией парапетов, с одной лишь разницей. Рейка используется краевая. Она отличается от прижимной наличием полочки для наложения герметика. В процессе работы с автоматическим сварочным оборудованием необходимо периодически очищать сопла станка от нагара металлической щеткой для того, чтобы нагар не отслаивался во время производства сварочного шва. Но из-за технических особенностей сопла невозможно почистить изнутри, поэтому нагар все равно иногда будет вылетать. Такие места на шве необходимо перекрывать латками. Сама латка вырезается из ПВХ-мембраны, таким образом, чтобы перекрыть все сомнительные места не менее 50 мм во все стороны. То есть латка должна быть не менее 100 мм в диаметре. Идеальным размером является 125 мм. Мы заранее вырубаем латки у себя на складе латкорезом собственного производства. Но их просто можно вырезать, используя в качестве шаблона круг от болгарки 125 мм. Также по технологии латками необходимо перекрывать так называемые Т-образные швы. Из-за того, что существует вероятность, что автоматическое сварочное оборудование может не проварить место тройного перехлеста полотен. Стоит отметить, что количество латок на метр квадратный не регламентируется действующей нормативной документацией и не имеет никаких либо ограничений. Качественно установленная латка на кровле не является дефектом гидроизоляции и влияет исключительно на эстетический вид. После того, как мы полностью спаяли площадь и остальные элементы кровли, на которых возможно работать с автоматическим сварочным оборудованием, приступаем к опайке труднодоступных мест ручным сварочным оборудованием. Чтобы научиться паять ручным сварочным оборудованием, нужно понять принцип работы горячего воздуха в процессе сварки полотен из ПВХ-мембраны. Качественный ручной шов получается при выполнении работ в 3 этапа. Первый этап – точечная прихватка. Второй этап – предварительная прихватка дальней стороны шва, расположенной под нахлестом, примерно на расстоянии 40 мм. В процессе обучения можно пометить этот участок по прикаточному валику. Он имеет именно такую толщину. Она делается для формирования так называемого теплового кармана, чтобы горячий воздух в процессе формирования основного шва не уходил под мембрану, а гулял внутри кармана для более эффективного разогрева ПВХ-мембраны. Третий этап – формирование основного шва производится путем помещения сопла в образовавшийся карман под углом 45 градусов таким образом, чтобы часть щелевой насадки фена торчала из шва примерно на 4-5 мм. Ведем фен с такой скоростью, чтобы не допускать пережогов. Прикатываем валиком весь тепловой карман полностью. Проверяем на разрыв. Для качественного формирования таких узлов, как внутренние и наружные углы выхода на кровлю, необходимо практиковаться. Мы в своей компании каждый год проходим аттестацию в учебном центре Технниколь, повышая тем самым квалификацию сотрудников и подтверждаем квалификацию компании в целом, продлевая сертификат мастерства.
Каждый наш специалист имеет удостоверение и прошел обучение по направлению монтаж и контроль качества кровли с ПВХ мембран. Аэратор на кровле из ПВХ мембраны необходимы для выведения влаги из кровельной системы. Давайте разберем, в каких случаях аэраторы ставить необходимо, а когда они в принципе не нужны. Все зависит от того, какая пароизоляция и крепеж используется в кровельной системе. Пример 1. Мы используем в качестве пароизоляции пленку. Она имеет небольшую паропроницаемость, тогда установка аэраторов необходима, так как небольшое количество пара будет попадать в кровельный пирог. Его нужно выводить. Пример 2. В качестве пароизоляции используем уже битумные и битополимерные материалы, которые имеют нулевую паропропускаемость. Казалось бы, установка аэраторов не требуется. Но так как система крепления в большинстве кровельных систем механическая, в процессе монтажа ПВХ мембраны мы дырявим слой пароизоляции, вследствие чего небольшое количество пара через эти отверстия будет попадать в пирог. И для выведения этого небольшого количества пара установка аэраторов обязательна. Пример 3. Если же мы используем битумную пароизоляцию с нулевой паропропускаемостью и кровельная система не предусматривает механического крепления, как на кровле над кухней на нашем доме, то установка аэраторов требуется только в случае монтажа такой кровельной системы во влажной среде. И то аэратор необходимо поставить временно для удаления влаги. Потом их можно убрать, так как кровельная система в таких пирогах запакована со всех сторон и полностью герметична, даже от паров. Также установка аэраторов не требуется в кровельных системах по профлисту, где в качестве пароизоляции используются битумные или битумно-полимерные материалы, например, пароизоляции CA500 или CA1000. Так как механика крепления в таких пирогах отличается от пирогов крепления по бетону, там не требуется предварительное сверление для установки крепежа, а вкручивается саморез непосредственно в профлист и битумный материал, обволакивая саморез, и никакого отверстия и утечки пара в кровельную систему не образуется. Итак, подведем итог. Пироги с пленкой в качестве пароизоляции устанавливаем всегда. В пирогах, где механическое крепление не предусмотрено, установка аэраторов также не требуется. Ставим их временно, только если монтаж кровельной системы производили во влажную погоду. Из этого следует, что на кровле основного дома аэратор установить необходимо, а на эксплуатируемой кровле кухни нет необходимости. Все примыкания, выхода, где была установлена краевая рейка с полкой для герметика, об этом я говорил ранее, требуют дополнительной герметизации полиуретановым герметиком. Итак, если вы выполнили все правила, озвученные в данном видео, ваша кровля сделана качественно и не подведет вас в процессе эксплуатации. А если вы хотите передать монтаж своей кровли в руки специалистов и не думать о том, что где-то что-то пойдет не так, можете позвонить нам по телефону в описании, либо заказать кровлю под ключ на нашем сайте. Ссылку также оставлю в описании. К тому же мы предоставляем гарантию на кровлю 5 лет. Как проверить кровлю на герметичность? Можно либо залить ее водой, заткнув воронки, либо просто вызвать дождь. Если понравился формат видеоинструкции, ставьте лайки и подписывайтесь. Мы будем радовать вас новыми выпусками с лайфхаками по монтажу ПВХ-мембран.